Футбол продолжается. Заключительная игра сегодняшнего дня на Испании. Это Лига Конференций. И здесь встречаются друг с другом Лион и Палермо. Четвертьфинал. Очень важная стадия. Ну и опять длинная передача. И опять неточная. Однако вот Палермо может выходить сейчас вперед, потому что очень опасный момент. И здорово бил поворотом 9-й номер команды. Удар и гол. 1-0. Забивает Палермо. Классный удар низом в левый от нападающего угол и в правый от вратаря. Заброс. Может быть, даже как удар поворотом надо расцениваться. Добивание. Мяч не в сетке. Теперь пас на правый фланг. Это абсолютно один нападающий. Может получиться пробить, но мяч просто не лег на ногу. А может быть и не просто там будет угловой, а гол какой-то. Но нет. Забирает мяч в руки вратарь. И Лионский Олимпик с мячом. Будет ли удар? Нет, это передача хорошая в штрафную площадь. И надо же замыкать. Ну как же так? Не получается. Удар поворотом. И здесь не точно. Но пока не получается. Здорово играет в обороне Палермо. Не хватает чего-то в атаке Лиону. Сейчас нарушение правил. Скорее розыгрыш. Или все-таки удар. Давайте посмотрим. Три игрока около мяча, но теперь уже остается один. Удар. По-моему, в голову нападающего мяч попадает. Лион очень много атакует. И вот еще один удар. И вот еще одна подача. Можно забивать здесь. 1-1. Это было шикарно. Пас в касание. Вот такой верхом получился на дальнюю штангу. И там ничего уже нельзя было сделать. Сравнивает счет Лион. Снова ничья. Как и в самом начале встречи. Удар издалека. Слишком высоко. Забить не получилось. Но, правда, и вот такие ошибки в обороне тоже возникают. Палермо может сейчас наказать за такую ошибку. Микаэлян. И он сам идет. Правда, не получилось отдать передачу правее. Но здесь до конца борется нападающий. Еще раз стык. И теперь желтая карточка в руках арбитра. Итак, удар поворотом, очень опасно. И браво, голкипер. Угловой удар. Первый на мяче защитник. Однако продолжается момент. И не может взять в руки никак мяч вратарь. Опять с мячом Лион. И еще, вероятно, будет удар в ближний угол. Опасно, но в итоге мяч не попадает в ворот. Где футболисты, которые могут помочь? Да вот они, 2-1. Снова выходит вперед Палермо. Удар получился просто на загляденье. Были пустыми, но в итоге все оправдано. Вратарь играет здорово. А вот здесь выходит из ворот голкипер Лиона. И вот сейчас что произошло? Очень жесткий и неприятный стык. Удар. Мяч в стенку попадает. Еще один удар. И еще один удар. Передача хорошая. И нарушение правил. Плюс в воротах. Возможно, до конца матча не голкипер основной. Вынос. Что будет здесь? Нет удара. Вот он последовал. Забирает мяч вратарь. Лион в атаке. Они только что вышли из обороны. Удар поворотом. Мимо. Палермо с мячом. Они уже в атаке. Удар и здорово. Отражает. И Палермо атакует. Они все еще в большинстве. И удар еще один. Здорово. Спасает голкипер. Наличие хоть каких-то ударов лучше, чем ничего. И опять бьет Лион.
из-за пределов штрафной. Вот здесь может получиться, очень было опасно. В атаке сейчас Лион, они, кстати, почти во вратарской имели возможность даже пробить. Он хорошо раздавал передачи, поэтому вполне возможно, он и будет лучшим игроком встречи. Не получилось у Палермо сейчас атаку довести до удара. Правда, в атаке сейчас Лион в своей, прострел. Будет удар. Есть удар, 2-2. 2-2 сравнивает счет французская команда. Браво. Не дотерпели, не додержали футболисты Палермо. Ну а вот Лион в атаке опять. Передача в штрафную площадь. Нет, это не гол. Угловой удар. Хотя снова с мячом Лион, заброс вперед в штрафную площадь. Педраза может бить. Удар поворотом есть. Отбивает вратарь. И мяч попал в руку. Теперь они на левом фланге. Удар в дальнюю девятку неточный. И все. Матч окончен. 2-2. Боевая ничья сегодня. Мы поздравляем и благодарим команды с тем, что они сегодня с нами играли. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении сегодняшнего дня.